Ну, а вот и ученики Елены Кусторовой и Светланы Алексеевой, Василиса Григорьева и Евгения Артющенко. Мощнейшая музыка, ну и постарше, конечно, эти фигуристы будут по сравнению с теми спортсменами, которых мы наблюдали на льду Дворца спорта, Ледового дворца «Мечта» минутами ранее. Все-таки ученики Светланы Алексеевой и Елены Кусторовой опытнее уже выступали и на первенстве страны в прошлом сезоне, в категории, разумеется, кандидаты в мастера спорта, и на открытом первенстве Москвы, и в прошлом, и в этом году, кстати. Ну и, к слову, могу сказать, что Василиса Григорьева и Евгения Артющенко на открытом первенстве Москвы, которое состоялось чуть больше месяца назад, в начале сентября текущего 2022 года, заняли третье место. Согласитесь, это очень серьезный результат. Уступили Анне Щербаковой и Егору Гончарову, и еще одной Анне Румак и Глебу Гончарову, заняв, соответственно, третье место. Ну а компарсита — это классика не только мирового музыкального, не только мировой музыки, но и в мире фигурного катания. Разумеется, Пахомова Горшков в свое время именно этим танцем покоряли планету и вошли в историю мирового фигурного катания. Ну что же, пока можно сказать, что идут по нарастающей и прокаты, и танцы, и оценки, судя по всему, все-таки за счет своего более серьезного опыта эти фигуристы сейчас с большой вероятностью поднимутся на
верхнюю строчку промежуточного протокола. И совсем скоро мы узнаем, каков же будет их итоговый результат за ритмический танец. Такой золотой конек Москвы. Кому в итоге достанется этот самый золотой конек? Пока только самое начало соревнований. Так, немножко куц сейчас смотрю я постепенно наполняющуюся табличку. Непривычно смотрится три компонента вместо тех пяти, которые существовали изначально. С появления текущей системы оценок, вот как ввели эту систему почти 20 лет назад, так с тех пор, собственно, 5 компонентов и было. Сейчас этих компонентов осталось только 3, соответственно, изменились и коэффициенты в ритмических и произвольных танцах, на которые эти компоненты умножаются. Ну, собственно, давайте о компонентах уже во время разминки. А сейчас оценки, очень высокие оценки по сравнению с теми, кто катался до них. Это, разумеется, текущий лучший результат, 61,56 балла.